Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий. Президент Молдовы Санду выступила на открытии 10-й ежегодной конференции региональных и местных властей стран Восточного партнерства. «Моя страна сейчас сталкивается с множеством вызовов. Мы должны справиться с затянувшейся пандемией. Нам необходимо очистить госучреждения и внедрить реформу в сферы правосудия. И в то же время мы должны дать нашим гражданам новые экономические возможности, обеспечить рост уровня жизни в условиях серьезного экономического кризиса. При таких нелегких задачах Центральный и местным органам надо работать сообща, заявила Санду. В подтверждение вышесказанного в феврале этого года я подписала соглашение о сотрудничестве с Конгрессом местных властей Молдовы. Конгресс местных властей важный пример по политдиалогу с новыми парламентами и правительством в Кишиневе. Также мы поддерживаем выполнение рекомендаций Комитета регионов, разработанных при поддержке Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, продолжила Санду. Я хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы призвать представителей местных публичных властей властей других стран к налаживанию партнерских отношений, к взаимной поддержке, к тому, чтобы мы делились друг с другом передовым опытом. Корлейб сыграл важную роль в создании и укреплении нашего главного объединения местных органов власти – Калм. Мы благодарны Корлейб за мнение, за опыт и рекомендации, которые способствовали укреплению потенциала наших местных властей. Также мы подчеркиваем вклад со стороны ЕС и выделяем важность его рекомендаций, направленных на защиту местной демократии в самые трудные времена. Мы очень благодарны за многочисленные Проекты местного и регионального развития, реализованные в моей стране при финансовой поддержке Евросоюза. Вместе мы действительно сильнее, подытожила Санду. Отметим, что Молдова является страной, получившей наибольшую выгоду в рамках восточного партнерства в результате внедрения соглашения об ассоциации и свободной экономической зоны. На практике это означает надежные и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также экспорт в европейское единое пространство. Об этом заявил вице-премьер-министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попав который участвует в рамках делегации, возглавляемой президентом Сандо. В шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе передает и ПНМД. Необратимость процесса европейской интеграции в качестве стратегической цели нашей страны предполагает и укрепление диалога с Евросоюзом. Мы используем наше присутствие в Брюсселе для обсуждения с высокопоставленными европейскими чиновниками, лидерами государств, членов ЕС и стран-партнеров. ВП об активизации нашего взаимодействия в области политики и безопасности, энергетики, и экологической сферы, сотрудничества в области юстиции и внутренних дел, сказал Попеску. Министр отметил, что солидарность и открытость ЕС хорошо известны каждому гражданину, благодаря многочисленным проектам со всех уголков страны, внедряемых при щедрой поддержке европейских налогоплательщиков. «Завтра в Брюсселе в присутствии главы государства я подпишу ряд соглашений и сопроводительных документов для конкретной финансовой поддержки в области инфраструктуры и энергоэффективности», отметил глава молдавской дипломатии цитируемой в пресс-релизе. Повестка для визита НАЦ делегации включает двусторонние встречи с президентами и премьер-министрами государств-членов ЕС, главами европейских институтов в формате ассоциированного трио ⁇ Молдова, Грузия и Украина ⁇ а также с лидерами из Армении и Азербайджана, участвующими в саммите. По данным Мидаи этот факт призван подтвердить стратегическую цель внешней политики Молдовы по созданию прочных и длительных дружеских отношений на благо граждан. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.